На территории коллектора Сиопча для местных жителей и туристов создадут условия для проведения отдыха, свободного от городского шума и суеты. Об этом сообщил хоким области Эркинджон Турдема в ходе обсуждения проектов с ответственными лицами области и города с выездом на место. Территория протяженностью почти 16 километров вдоль коллектора сегодня находится в заброшенном состоянии и выполняет функцию мусоросборника. В первую очередь были разработаны проекты по очистке участка от мусора, созданию условий для проведения досуга людей, а также обеспечению занятости жителей, проживающих в данной местности. Согласно разработанным проектам, по обеим сторонам водной артерии предусмотрены точки отдыха из легких конструкций, сады, заведения национальной кухни и ремесленные мастерские. На территории посадят много декоративных и фруктовых деревьев. Вдоль коллектора будут проложены удобные дорожки и туннели для пеших и велосипедных прогулок, улучшена инфраструктура. Туристик марказга ўтадиган янги кўприк бор. Янги кўприкдан халқ тилида Фотима Қосима деймиз. Ҳозирги жой Қайнама маҳалласи Самарқанд туманигача борган масофа 18 километр. Шундан 2 километр жойи ободонлаштирилган. Қолган 16 километри ободонлаштиришга муҳтож бўлиб турибди. Ҳозир ободонлаштиришга жойимиз 16 километр Самарқанд тумандаги Қўштамғали маҳалласидан бошланиб, Самарқанд тумандаги Қайнама маҳалласигача борады. Биринчи ишимизни канал ичини тозалашдан бошлаймиз. Төртта асосий кўчаларимиз бор. У кўчаларимизни эртага пиёдалар йўлага қилгандан кейин пиёдалар катта кўчани кесиб ўтиб хавфли вазиятлар бўлмаслиги учун төртта катта кўчамизни тагидан пиёдалар йўлага туннель деймиз. Туннеллар ўтказиш ҳам режамизда бор. По итогам обсуждения глава региона поручил рабочей группе еще раз провести тщательный осмотр территории коллектора, работать совместно с местным населением, рассмотреть вместе с жителями каждый проект. Было решено, что проводимая работа будет обсуждаться в конце каждого месяца на благоустраиваемой территории.